Так, сегодня 25 апреля 2020 года. Сегодня стал доступен PAC-MAN. Вторая часть. Как доступен? Он бесплатно стал доступен. Много раз натыкался в Яндекс.Зене, что вроде сделали бесплатный, потом опять начали продавать по 900 рублей. И вот, вроде как сняли ограничения. Все желающие могут добавить. Смотреть, что из себя представляет игра. Степан, ты там что клад роешь? Кс-кс. Стёп! Хорош! Ой, кстати, интересно, есть ли в данной версии достижения? Да, вы представляете, даже в демо-версии, ну как в демо, в полной, конечно, завершить первое обучение. Ну, наверное, вот на этом мы и закончим. Так, дальше поехали. А чё за... Чё они от меня хотят? Зачем мне так надо? Ну, давай. Yeah.
Демо есть? Не понял. Понятно. Это, конечно, все хорошо. Давайте здесь посмотрим, чтобы сразу не тупить. А, Yeah.
что здесь надо. Yeah.
Чего есть? Что? Такой сейчас.